На современном этапе развития компания является крупнейшим перевозчиком пассажиров и грузов. Среди компаний, зарегистрированных в СНГ, занимает лидирующее место. Интересно, большой пассажиропоток позволил компании стать одной из лидирующих, более 2 миллионов ЧОЛ. За 2016 год. До 1991 города авиакомпания принадлежала Советскому Союзу, но после его распада, было два варианта развития – полный крах или научиться работать и стать конкурентоспособными в новых условиях. В 1992 году был создан контролирующий орган, отвечающий за качество обслуживания и наличие надежного авиатранспорта. Постепенное развитие позволило в 1999 году создать новый терминал, а к 2000 году в воздух отправились новые рейсы Boeing 757-200. В 2004 году центральный аэропорт Бина получил статус международного, и теперь из Азербайджана можно отправиться практически в любую страну мира. В 2011 году аэропорты стали владеть надежными машинами Boeing 767-300ER, в 2013 году Airbus A340-500. В 2016 году азербайджанским авиалиниям был присвоен статус 4 звезд. Максимальный рейтинг мог составить 5 звезд. В 2017 году компания Skytrax назвала аэропорт Гейдара Алиева лучшим среди всех аэропортов СНГ и России. Контактная информация код IATA авиакомпании J2. Адрес компании Азербайджан, Баку, улица Низами, 126А, представительство в Москве, Кутузовский проспект, 24. Необходимую информацию пассажир может получить по контактному номеру телефона плюс 994 12 598 88 80, номер в Москве плюс 495 243 33 02. Авиакомпания «Полярные авиалинии» официальный сайт на заметку. Азал авиакомпания официальный сайт www.azal.az. Азал Airlines официальный сайт позволяет пассажирам найти интересующую информацию. Регистрация на рейс авиакомпания «Брюссельские авиалинии» официальный сайт. Регистрация на рейс производится в аэропорту. После того, как на табло информации появляется пассажирам рейса пройти на рейс, необходимо подойти к терминалу и пройти процедуру регистрации. При необходимости можно воспользоваться услугами онлайн-регистрации. Для этого достаточно зайти на официальный сайт компании, закладка «Зарегистрироваться». Азербайджанские авиалинии, регистрация онлайн доступна по ссылке https://www.azal.az/ru/check-in. Пассажиру нужно выбрать авиакомпанию услугами, которой он воспользуется, Azerbaijan Airlines или Bata Airways. Обратите внимание, возможность онлайн-регистрации появляется за 24 часа до вылета и прекращается за час. Авиакомпания Оренбургские авиалинии официальный сайт. У авиакомпании нет рейсов, которые требуют стыковки, тем самым Азербайджан авиалинии не обеспечивают бесплатным проживанием в отелях. Но в случае, если возникают проблемы с вылетом, или другие в находящихся рядом с аэропортом, нештатные ситуации, компания гарантирует, что пассажиры будут размещены в отелях. Наличие багажа – важный момент, если человек отправляется в рабочую поездку или путешествие. Азал авиакомпания рассчитывает норму перевозки багажа в зависимости от количества оплаченных мест, а также класса обслуживания. Пассажиры VIP могут перевозить 3 багажа, вес каждого составляет 32 килограмма, отправляясь в путешествие бизнес-классом можно рассчитывать на 2 места багажа по 32 килограмма, если пассажир пользуется эконом-классом, то взять с собой он может одну кладь не более 32 килограмм. Обратите внимание, есть ограничения при перевозке багажа. На рейсе Баку-Нью-Йорк-Баку можно перевозить 2 клади, но общий вес не более 23 килограмм. Есть и такие рейсы, на которых запрещена перевозка бесплатного багажа. Например, рейс Москва-Гайнджа, Москва-Линкорань. Информация о возможности провоза багажа будет указана на купленном билете. Рейсы, чей номер начинается с 9, информация о возможности перевозки багажа доступна по ссылке https://www.btruways.az/ru/information/baggage-детям, не занимающим отдельное место, до 2 лет. Можно использовать место багажа до 10 кг. На заметку, если у пассажира есть детская легкая коляска, то ее перевозка возможна в грузовом отсеке. Детские кресла-колыбельки, в случае если ребенок младше 2 лет, возможны в салоне самолета. Кроме того, разрешено брать в качестве ручной клади детское питание.
Дополнительная сумма может взиматься в случае превышения веса багажа. Стоимость от 50 до 100 евро. На всех международных рейсах предусмотрено бесплатное питание. Независимо от времени суток, в полете пассажирам предлагается горячее блюдо. На протяжении всего полета можно попросить напиток, чай, кофе. Обратите внимание, даже если пассажир вегетарианец, ему будет предложено специальное меню без мяса и молочных продуктов. Если пассажир путешествует с ребенком, то не стоит задумываться о том, чем его кормить в полете. На борту каждого рейса пассажиру предлагается детское меню. Для детей младше 2 лет будет предложено овощное или фруктовое меню. Обратите внимание, пассажиры с особыми потребностями могут покушать на борту самолета меню из морепродуктов. Парк самолетов компании достаточно новый. Отправляясь в полет, пассажирам может быть предоставлен один из лайнеров Boeing 757-200, Airbus A319, Airbus A320, Boeing 767-300, Airbus A340-500, Boeing 787-8 Dreamliner. Все перечисленные самолеты пассажирские могут отправиться в полет на маршрут средней дальности. Авиакомпания имеет 17 пассажирских самолетов высокой надежности. Так, например, Boeing 787-8 Dreamliner может находиться в воздухе до 15 часов без дозаправки. Базовый аэропорт компании ранее назывался Бина, но в 2004 году он был переименован в международный аэропорт Гейдар Алиев. Здесь садятся и отправляются в рейс самолеты России, Европы, Ближнего Востока и Азии. Если пассажир хочет просматривать информацию полетов на электронном табло, то стоит обратить внимание, время на нем указывается местное. Компания Азербайджан Авиалинии предлагает воспользоваться пассажирам любым удобным тарифом, VIP-клуб гарантирует высокое качество обслуживания с момента регистрации, перелет, посадка. Особенностью данного тарифа являются специальные кресла, которые при раскладывании превращаются в кровать. Кресло снабжено розеткой, где можно подключить ноутбук или поставить телефон на зарядку. Пассажиру предоставляется возможность перевозить максимальное количество багажа, комфорт-клуб, комфортный перелет, гарантировано личное пространство. При опоздании на рейс можно воспользоваться услугой сопровождения, где пассажира проводят к трапу самолета. Бизнес-класс путешественники могут отправиться в полет с удобствами, а также гарантированным комфортабельным перелетом. Билеты в бизнес-класс могут быть приобретены не только юридическими лицами, но и физическими. Эконом-класс подойдет для тех, кто хочет сэкономить на перелете. Обратите внимание, независимо от того, каким классом пассажир воспользуется при перелете азербайджанскими авиалиниями, каждый найдет для себя то, что подойдет ему по духу и финансовому положению. Компания предлагает большой выбор направлений не только внутри страны, но и по международным направлениям. Среди наиболее востребованных – Дубай, Москва, Стамбул, Доха, Лондон, Санкт-Петербург, Пекин. Обратите внимание, заказ билетов на любое направление можно произвести на сайте компании или обратиться в кассу аэропорта. Как и у другой компании, занимающейся перевозками пассажиров авиатранспортом, авиаперевозчик предлагает воспользоваться программой накопления бонусов AZTL Miles. Работает программа при поддержке ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары». Бонусная программа предлагает накопить путевые баллы. Используя их, можно повысить класс полета. На заметку, участвовать в программе может любой желающий, даже начинающий пассажир. Потратить баллы можно на полеты, при этом существенно сэкономить. Азербайджанские авиалинии предлагают своим пассажирам большое количество предложений, воспользовавшись которыми можно неплохо сэкономить. Практически к каждому празднику проводятся скидочные программы. Например, пассажирам предлагается воспользоваться билетами «Победы». Спецпредложение действует на рейс Москва-Лейпциг. Слетать в одну сторону можно за 2656 рублей. Звездочка на заметку. Подробная информация о проводимых акциях, скидочных программах регулярно обновляется. Посмотреть информацию можно, перейдя по ссылке https://avianity.ru/specials/, пользуясь услугами проверенной компании «Азербайджанские авиалинии». Пассажир может быть уверен, что полет доставит только удовольствие. Звездочка, цена актуальна действительно на июнь 2018 года.